регионов, которые не москвичи. Вы большие молодцы, что доехали. Ярослав, отдельное спасибо, очень весело. Андрей, спасибо, очень содержательная презентация. Что я хотел сказать? Мы сегодня здесь, в Москве. Мы с вами живем во время развития умных городов. Но умный город, Smart City, это не только созданная физическая, удобная, комфортная инфраструктура, это еще и место, где жизнь людей обретает новое качество благодаря внедрению новых технологий, умных технологий, в первую очередь цифровых решений. Москва уже сейчас является лидером в цифровой повестке, это подтверждают международные рейтинги, да и мы сами с вами вокруг в своей жизни наблюдаем это каждый день. У многих из вас установлены приложения московские, всем знакомые. Но лидерские позиции не означают, что нужно расслабиться. Задач, которые требуют новых цифровых решений, меньше не становятся. И такие задачи, нужные городу, создаете вы. Талантливые, умные, молодые, красивые, креативные, которые собрались сегодня здесь. В ближайшие 2 дня вам предстоит показать все свои навыки, применить ваши креативные решения, чтобы ответить на те запросы, которые сформировали и город, и корпорация, чтобы предложить наилучшие решения, показать себя городу, показать себя партнерам. Я думаю, что у вас все получится. Мне отдельно приятно отмечать, что задача, сформированная нашим департаментом, попала в трек Big Data, и именно наша задача получила наибольший отклик с вашей стороны. Вдвойне приятнее, и с нетерпением будем ждать результатов. Мы видели по комплектности команд, что специалисты разных компетенций присутствуют. Я думаю, что этот ресурс позволит людям в командах предложить действительно стоящие решения. Поэтому желаю всем продуктивной работы, новых знакомств и удачи. Спасибо. Алексей, огромное спасибо. Разрешите вас сюда все-таки вывести на сцену. Вы знаете почему? Я уверен на все 1000%, что это достаточно большая редкость побывать на таких событиях, где в основном молодежь, уверен, что в основном галстук он обязывает. Да? И там таких аплодисментов вы не получите. И правильно сделали, что вы сегодня без него. Потому что вот эти аплодисменты специально для вас. Ребята, вот как надо, вот покажите, вот, да, вот это другой разговор. Алексей,